В текущем году на реализацию программы предусмотрены следующие средства. Бюджетный кредит в сумме 27 миллиардов тенге на микрокредитование, в том числе через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 16 миллиардов и Аграрно-кредитную корпорацию 11 миллиардов тенге. На гарантирование микрокредитов 2,8 миллиарда тенге, на субсидирование операционных расходов МФО 418 миллионов тенге. По состоянию на 4 августа из выделенных фонду финансовой поддержки сельского хозяйства 16 миллиардов освоено 8,5 миллиардов тенге или 53%. На сегодня по 12 областям прием заявок в рамках программы приостановлен, так как с учетом одобренных заявок и заявок на рассмотрение фонда лимит в этих областях освоен. Фонд планирует до 10 сентября полностью освоить выделенные по программе средства по 13 областям, а по Восточно-Казахстанской области средства будут освоены до 30 октября.